Всем привет! Сегодня приготовим очень простой манник на кефире с ягодами. Пирог получается очень вкусный, с хрустящей корочкой сверху и мягкий, нежный внутри. Итак, для начала берем манку и замачиваем ее в кефире. Кефир лучше брать чуть теплый, для того, чтобы манка быстрее набухла. Хорошо перемешиваем и оставляем смесь минут на 10-15. Далее яйца с сахаром взбиваем в пышную пену, примерно минут 5. Добавляем растительное масло без запаха, набухшую манку и слегка перемешиваем. Затем просеиваем муку, смешанную с разрыхлителем. Смешиваем все ингредиенты до однородности. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. У меня форма диаметром 26 сантиметров. Сверху распределяем замороженные ягоды. Выпекаем пирог при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут. Затем остужаем и нарезаем на порционные куски. При желании сверху можно посыпать сахарной пудрой. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита!